шовчиками, хореографами, или это, так сказать, надуманные, так сказать, выписанные из пальца ниши для того, чтобы ты видел. Думаю, что когда проводится такой проект, как «Балерун», безусловно, есть интрига, когда есть соревновательный элемент. Что касается нынешнего концерта и конкуренции, я думаю, что если бы я отвечал за себя, то перефразировал одного из писателей, что я не хочу назвать лучше кого-то. Хочу концерт лучше самого себя. Поэтому в этом отношении, мне кажется, ну, не совсем правильно говорить, что это балет, это не спорт. В принципе, достаточно небольшой мир балета, где все друг друга знают. Что касается площадки Октябрьского зала, конечно, это Калерина. На мой взгляд, большая проблема Петербурга, что нет действительно нормальной концертной площадки именно для, скажем так, танцевальных коллективов, именно для балета. То есть я могу сказать, что последний раз здесь танцевал, наверное, лет 20 назад. Да. Это для меня, знаешь, своего рода премьера выйти на сцену. Замечательно называют. Определенное волнение есть. А вот кто в итоге? Балеро, так сказать, выиграл Питер или Москва? Я просто до конца не посмотрел. Нет, ну вы же представляли Питер, вы выиграли или нет? Там были места, первый, второй, третий. Ну да. Победили москвичи. По СМС-кам победила наша балерина Юрия Махова.